путешествовать. Это когда кто-то тобой покорен. Это гордиться тем, что вы родители. Это когда вместе и море по колено. Это до аварии похоронить прошлое. Это ей помочь подготовиться к важному экзамену. Это знать, когда ему надо побыть одному. Это наверняка знать, где они находятся. Это готовить спагетти, когда он готовит соус. Это в день всех влюбленных. Проводить часы в поиске открытки для него. Это язык, на котором говорят все сердца. Это пытаться понять ее любимую музыку. Это иногда изумляться, что бы вы делали друг без друга. Это разрываться на части. Это приобщать его к здоровой пище. Это получается 33 удовольствия. Это представить, что он не только хороший спортсмен. Это играть и мяч со своим сыном. Это дать ребенку почувствовать, что его любят. Это посылать свои чувства по факсу. Это когда кто-то носит твои лыжи. Это играть в игру, когда заранее знаешь счет. Это нокаут. Это отрезать локон на ее волос, на память. Это быть частью общего будущего. Это ставить поцелуй на ее автоответчике. Это когда он хочет танцевать только с тобой. Это знать для него, что ты самое лучшее в мире. Это уютно устроиться. Это договориться похоронить прошлое. Это считать часы, когда вы врозь. Это когда кто-то тебя охраняет. Это песня в твоем сердце. Это когда знаешь, что его сердце всегда с тобой. Love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. Желательная резинка любовь — это для всех влюбленных. И не забудьте подписаться на мой канал.